В Магадане стартовал 13-й городской турнир по мини-футболу «Кожаный мяч». В первый день игр на поле вышло 18 команд. Это школьники, дворовые команды и спортсмены-любители из спортклубов. На первом этапе команды будут играть по круговой системе. Далее лучшие продолжат борьбу в четвертьфиналах и плей-оффах. До 23 ноября в 4 возрастных группах определят сильнейших. Лидерами прошлого года были 30-я и 24-я гимназии. Многие болельщики и в этом году надеются на их победу. Команды готовились, потому что у нас в Акадии, как обычно, в фаворитах это команды 30-й гимназии, которые выставили команды по всем возрастным группам. Английская гимназия и 24-я гимназия. То есть это команды, которые постоянно, ежегодно участвуют, выигрывают эти соревнования уже неоднократно. Я думаю, что вот между этими командами по всем возрастным группам будут распределение мест. Но не исключено, может быть, будут и темные лошадки, которые никто еще не знает. Всего в соревнованиях примут участие 48 команд в 4 возрастных подгруппах. Соревнования будут проходить ежедневно с 13 до 18 часов. Торжественное открытие турнира состоится 12 октября в 15 часов в спортивном комплексе «Колымский».